19 января 2019 год. Харьков, Саржевний Яр. Водохреща. Крещение водой, народом моря. Ныряют, сказать бы, в проруби. Но при нулевой температуре тут не проруби. Ныряют в родниковую воду. Реконструировали Саржевний Яр, наконец-то открыли. Давненько здесь не был. Да, как бы здесь теперь пройти? Посмотри народу, ты посмотри сервис какой, скупался сразу тапочки какой-то. Ладно, пойдем по другим локациям.